Всем привет из Сиднея. Мы на ежегодной выставке попугаев в одном из районов города. В году бывает штук 20 таких выставок по всему штату, а по всей Австралии около 70. Вход на выставку $3. Со взрослого, дети до 15 бесплатно. Ожерелые попугаи нас встречают. Их здесь очень много на выставке. Попугай Карелла по 50 каждый. Самый популярный домашний попугай в Австралии. Очень неприхотлив. Розелла 150, ожерелловый 120 каждый. Это квакеры. Белый 600, зеленый и желтый по 250. Попугай Канура по 250, 150. Молодец, хорошо выступает. Цены не везде подписаны. Многие продавцы говорят: сделай мне предложение. И потом уже начинают торговаться. $2250. Мэйл. Это мальчик. Это галла. Их часто можно встретить в парке. Совершенно бесплатно. Но здесь тоже нет цены. Просто указано. Голубые, сапфировые, зеленые. Мальчики, девочки. Выбирай на вкус. Вот ларикеты тоже. Частые гости парков. У меня есть видео про диких попугаев в парках Австралии. Оставлю ссылочку наверху. Просто картина. Очень красиво. Написано «Желтая корона». 2006 лет попугаем. Девочка Эклектус. 5 лет. Браво, браво. Молодец. Голубые. Спереди написано. 5 лет. 2000 за пару. Эти с желтой шапочкой на голове. 3000. Продано. Опять кареллы.
ожереловые по 50. Марун, бэби, 180 за пару. Может быть, я не точно называю попугаев, просто читаю, как написано на ценниках. Цены от 30 до 50. Вот, покупка. Сейчас чижи поедут в новый дом. Стоит 350 за две штуки. Серая девочка, 3 800. Что? 35 000 за два попугая? Можно купить автомобиль за эти деньги или неплохую лодочку, типа катер, на рыбалку ездить. 1 200 этот. Голубой попугай с бородой и усами. По 800 каждый. Королевские попугаи зелено-серые, мальчики, не пойму, 50 или 5 000, девочка 250, это уже амазоны, 5 000 за пару. Болтающий лорикет, мальчик, 1 000, не в смысле, что он может говорить, а просто он издает звуки. Попугай Нанди, $300. Это с голубой короной, 1 500. Все цены, конечно же, в австралийских долларах. Один австралийский доллар сейчас примерно 60 рублей. $2 500 за пару. Вот эти зелено-серые и желто-розовые. Квакерс за 500. Эти проданы. 4 000. Thank you.
Покупатели, каждый со своей коробочкой. На рынках цены дешевле, чем в магазинах. Поэтому многие владельцы магазинов или работники приезжают на рынок и покупают уже для своих магазинов товар. Тоже гала за $500. Домашний. Цены примерно у всех одинаковые. Травяные попугаи 80. Здесь много ожерелевых попугаев, в основном по $80-100. А вот есть за 500 фиолетовый, гордый. На этих нету цен. Вот тоже фиолетово-голубые за 500. Понесли домой. Опять покупка. Амазоны по 2200 каждый. Смешные.
Да-да, продолжай. Расскажи мне все. Тоже болтушки за 1800 парочка. Гульдийский зяблик. 50 за пару. Недорого. Квакеры по 2500. Ананасового цвета по 250. Четырехлетний за 400. Свежая вода только для птиц. Эта покупка точно для магазина. Солнечные конуры за 650. Самые дешевые — это волнистые попугаи. Каждый за 15. О, это мохнатые шарики. Квакеры 400 за пару. Продан. Пара эклектусов за 2600. Это взрослая девушка, 3-4 года, 1200. Написано: пара эклектусов Бонни и Клайд. Вот они, хулиганы-разбойники. И этот в прошлом году родился, в декабре, 1850. Молодые голубые амазонки Роза и Анна. 650 каждый.
К концу выставки хозяева уже переклеивают цены, делают скидки. Королевские, каждый по 100. Спасибо, что смотрели. С вами был комментатор из Сиднея. До свидания.